Ты же потом вырежешь это все. Сейчас, сейчас, еще нет. Окей. Okay. А куда смотреть? Нет, сюда не надо ничего. Можно и несколько раз туда. Можешь просто тебя смотреть. Да, да, да. Ну, давай. Привет, ketemu lagi di channel Bahasa Rasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Rusia. Siapa dia? Kita akan kenal sekarang ya. Привет. Ничего не понял, что ты сказала. Салам алейкум. Okay. Всем привет, добрый вечер, ночи, дня. Окей. Сekarang saya akan kenalan dulu sama dia ya. Pas nakom bisa сначала, да? Да, okay. Давайте, что нет. Или еще я на английском? Нет, давай. Да, окей. А у тебя подписчики на английском или на русском? Или на индонезийском. Потом зачем тебе английский вообще? Окей. Как тебя зовут? Меня зовут Игорь. Okay. Игорь. С мягким знаком, самое сложное. Игорь или Игорь в России? Игорь. Игорь, я? Бukan Игорь, тапи Игорь. Yeah. В Индонезии меня зовут Игорь. Игорь. Orang Indonesia, yeah, orang Indonesia pasti bilangnya Игорь, tapi sebenarnya cara mengucapkannya itu Игорь. Потому что есть буква, да, вот это мягкое, смягчающее. Betul. Jadi Игорь, ya. Kalau ada orang Rusia panggilnya Игорь. Okay, can you tell us how long have you been? Мой английский тоже не хороший. Я живу в Индонезии почти один год. Okay. Работать или отдыхать, гулять? Я стараюсь делать и то, но я работаю. Я здесь работаю. Хорошо. Следующий вопрос. Если не секрет, сколько тебе лет? Пускай твои подписчики догадаются, сколько мне лет. Okay, ставьте, пишите в комментарии, сколько мне лет. Я просто комментарии. Окей. Потом они начинают уже женат или нет? Я женат, сразу скажу, да. Жена, привет. Я тебя люблю. Молодец. Jadi dia udah nikah ya, guys. Dia udah nikah. Истринья di Rusia. Какое первое впечатление? Правильно. Когда первый раз... тебе сказали, что тебе надо сейчас ехать в Индонезию и там работать. Индонезия – это как в... Давай начну. Я понял твой вопрос. Медленно, пожалуйста. Медленно. Так я найти спикеры, я должен говорить быстро. До того, как мне сказали, что я поеду в Индонезию, все, что я знал об Индонезии, естественно, был только остров Бали. Я не знал, где это, что это. Я даже не знал, где Бали, на самом деле. Для меня это другой конец нашей планеты. Я был очень счастлив, когда мне сюда предложили поехать. Я стал, естественно, читать, интересоваться, где я буду жить, что такое караван, что здесь можно посмотреть. Ну, здорово. Я был счастлив. Первое впечатление я помню, да. Да. Я поеду в Индонезию. Yes, это была ура Индонезия. Yes. Так, хорошо. Окей. Зачем я поеду? Я Игорь, я люблю вашу страну, мне вас очень понравилось. Вы... А, сейчас ты вопросы будешь. Нет, да? Нет, можно. Это... Да, мне очень самое большее, что мне понравилось в Индонезии, то, что вы очень дружелюбные. У меня было очень много ситуаций. Допустим, я ходил в кафе-ресторан, варунг вы это называете. Я ходил в местный варунг. И я оставил там свой телефон, нет, телефон, карточку, ключи от работы. Я оставил там все. А, я не знал ни номера, ничего. Я просто нашел Инстаграм, объяснил, так и так, я здесь у вас был. И люди мне вернули на следующий день. Хотя у меня был кэш там с собой, ну, не знаю, 6 миллионов местных. То есть это зарплата, да. И ничего не пропало, никто ничего не украл. И таких ситуаций было 3 у меня. Один раз сейчас, когда мы на автобусе поехали в Джакарту, и Алексей забыл сумку с продуктами на вокзале, на автовокзале, на бас-стейшн. И мы уехали, и к нам уже стюардесса подходит и говорит, это ваша сумка. И мне они привезли сюда, в мой отель, и ничего не пропало. Поэтому нет, да, вы очень дружелюбные. Alhamdulillah ya guys ya, jadi kesannya itu di Indonesia baik gitu ya. Bagus sekali. Thank you. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Apa kabar guys? Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah gua bikin buat Igor, kita akan minta dia baca beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang menurut gua itu sulit.
ya. Kita akan dengar bagaimana dia mengucapkannya katanya, karena dia udah hampir almost one year in Indonesia, dah. Almost one year. Oke, hampir satu tahun di Indonesia. Kita coba bagaimana dia membaca kata-kata ini. No, у меня не было уроков индонезийского. Oh iya, dia nggak pernah ikut kelas BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi, yuk kita coba dengar ya. Menoga. Igor. 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 Coba kita dengar ya, guys. Naina, Naina. Это why? Why? Да, это why. Why na? Naina. Now Nai. Я знаю, что ты не умеешь читать сейчас. Чин-чин. Еще раз. Чин-чин. Чин-чин, молодец. Каньол. Каньол. О, да-да, почти, хорошо. Ва-ванг. Это Е. Это Игрик. Это не У. Вау-янг. Ва-янг. Ва-янг. Да. Тебе надо было транскрипцию мне хотя бы. Нет, нельзя. Ангклунг, ангклунг. Окей. Мангкок. Окей. Амбуя. Я надеюсь, я никого тут не обзываю. Нет, конечно. Хорошо. Амбуя. Угу. Бау. Окей. Изи, изи бризи. Это И. Это И. Амбой. Окей. О, молодец. Джамбло. Окей. У вас же ударение без разницы, да? Да-да, без разницы. Это слишком длинное слово. Пенгумуман. Окей. Пенгумуман. Хорошо. Ну ты издеваешься. Менгендарай. Окей. Молодец. Терпелинтир. Окей, да. Это хорошо, когда слышать эту страну. Бербахая. Окей. Dangerous. Dangerous, я думал. Да, бербахая. Я думаю, а, хати-хати, это мегафон. Балак, балик. Угу. Миринг. Угу. Миринг. А, у вас ударение без разницы. Бенгкок. Окей. Okay. Вот это вот странно видеть такое только в русском языке, да, когда да, КОК. Вот, в английском вот такого нету. О, все. Финиш. Окей. Okay. Изи-бризи. Ну, не все правильно. Понятно, конечно. Это просто, чтобы как мы слушали. Это чтобы вы не переживали, когда вы начнете учить русский язык, и то, что вы делаете ошибки, когда вы начинаете учить какой-то новый скилл. Ты вообще молодец. Тебе, ты не чувствуешь, типа, я не хочу читать, мне стыдно, я стесняюсь. У тебя нет такой... Не, я вообще не знаю, что такое стесняться. Да, вот. Нет. Ты молодец. В русском языке есть такая поговорка. Поговорка. Объяснишь потом, да, что такое поговорка. Да, да. Дают — бери, бьют — беги. Дают — бери. А бьют — беги. Ну да, это правильно. Прибахаса. По-индонезийски прибахаса. А у вас поговорка? Поговорка. Поговорка. Тоже на ПП. Похоже. Поговорка — прибахаса. Слушай, я когда к вам поехал, я так боялся, что у вас язык, как у корейцев, с иероглифами. У вас латиница, это так здорово было. Но все равно латиница, она легче, потому что иероглифы это все. Для нас это темный лес для русских. Потому что русский-то язык кириллица. Да, это тоже это сложно, но латиница я знаю за счет английского, как бы мне легче. Untung bahasa Indonesia itu hurufnya Latin ya, guys. Jadi bagi dia itu lebih easy daripada kayak Korea atau Jepang yang hurufnya seperti itu. Oke. Okay. Всем привет, assalamualaikum. Проверка связи. Hari ini kita di Starbucks. Tapi kita nggak bawa mikrofon. Поехали за микрофоном.